даже если мы просто в поисковике наберем митрополит Филарет Дроздов, мы, скорее всего, увидим картинку седовласого старца. Вот. А здесь мы видим, ну, практически молодого человека. Необычность состоит в том, что на момент написания этого портрета ему 48 лет, как минимум. Судя вот по этой награде, это звезда ордена Андрея Первозванного, ему 48 лет, и тем не менее вот он так представлен таким образом. Может быть, и это обратило внимание на наш портрет.